сегодня мы открываем фотоэкспозицию Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, которая посвящена активному отдаче на природных территориях столицы. Эта фотовыставка стала уже ежегодной для нас. Мы 4-й год проводим подобное мероприятие. Эта выставка проходит на Гогольском бульваре, в самом сердце столицы. Мы всех приглашаем посетить ее, познакомиться с теми парками, которые здесь представлены, и также принять участие в активной деятельности на природных территориях, активном досуге, активном отдыхе. Немножко о работах. Кто делал эти работы? Здесь принимали участие в создании фотовыставки как профессиональные фотографы, так и просто любители, которые занимаются спортом на наших природных территориях. Здесь же вы можете эти фотографии видеть непосредственно фотограф-участников. Поэтому... Ну что, спасибо большое.